ძალიან ბევრი ქართველი ვიცი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობს და განსაკუთრებული ნიჭით გამოირჩევა და ადამიანს, ვისაც ჩვენ ახლა შევხვდებით, მე პირველად შევხვდი რამოდენიმე წლის წინ და სიმართლე რომ გითხრა, მისი მონაცემებით გაოგნებული დარჩები პირველივე 5 წუთში. ამ ადამიანის განსაკუთრებულობა და ნიჭიერება გენეტიკიდან მოდის. გეთახმები, ისეთი ადამიანის შვილია. ქართული გენეტიკიდან. რომელიც სახელს და გვარს ატარებს თვითონაც. ადამიანი, რომელიც იყო თბილისის კოლორიტი, უნიჭიერესი მსახიობი, რომელიც არაერთ კინოფილმშია გადაღებული, მსახიობი გია ფერაძე. ეს მის შვილს ასევე გია ფერაძეს გავიცნობთ, რომელიც მამის კვალზე ასევე მსახიობია. გამარჯობა. გამარჯობა. გია, რამდენად ხშირად გიწევს თბილისში ჩამოსვლა და რა შეგზნება, როცა იმ ადგილას იმყოფები, იმ ქვეყანაში იმყოფები, საიდანაც შენი სისხლია. Я с момента, как первый раз здесь появился, это было в 25 лет, когда мы все нашлись со стороной с грузинской стороной, и у меня плюс 12 человек родственников сразу стало в жизни, стал богаче гораздо, то я ежегодно приезжаю, раз в год точно, иногда два раза. И какие чувства, это вот как с момента было, когда я первый раз вышел на трапе самолета и сделал вдох тбилисского воздуха. Вот просто я выхожу на трапе, мы только приехали первый раз с мамой, я делаю вдох, у меня слезы, у меня мурашки, я понимаю, что это, у меня кровь как будто бы загрузилась до 100%. Я стою, понимаю, это воздух моего отца, это воздух моей крови, это воздух тот, которого мне не хватало по-настоящему. Что я здесь чувствую? Я здесь чувствую дом, я здесь чувствую тепло, я здесь чувствую силу, я здесь чувствую своего отца, которого я никогда вживую не видел, но я чувствую его здесь через разговоры, через рассказы, через воспоминания, через рассказы его друзей, через улицы, на которых он гулял. Ну, в общем, поэтому это настолько мощное для меня и важное место. Это мое место моей крови. А раздрос арги фикрия, мова эртим швенери дгеда, шен гад мохвалда агда и цепь хоребас. Это было в первый приезд сразу же. Я сказал, все, я переезжаю, я все бросаю, я еду сюда, все, там вообще все любят, там все двери открыты. Саинтересуа, что они макуре блиствис, расакмиянувс, геоперадзе джуниоры. И небольшое совпадение, так сложилось, что я актер. Я это не выбирал, просто меня вывело туда, вывело по крови, вывело, и мне, я счастлив себе, даже другой профессии не могу представить себе, другого отца не могу себе представить, и не хочу даже, и другой профессии, тоже актер театра и кино, и просто такой же, вот это вот, понимаешь, сумасшедший, когда вдруг просто неожиданно перекрывает, и вот эти рожи все фирменные, просто все в папу, и... Я есть он из себя просто не сговаривает. Я сюда, когда приехал, вот это началось, когда «Вайме копио!» Вот это началось, вот так от меня растаскивать. Я понял, что это такое, только спустя позже, когда увидел фотографию в свои 25 лет, его, где ему 25 лет, я по-настоящему осознал, что происходит с теми людьми, которые рядом, которые разговаривают, шутят и в какой-то момент отворачиваются и... Анри, Гия, Заачнобилья, Имитро, გარდა თავისი მსახიობური შესაძლებლობებისა შეუძლია ექსპლომტად ნებისმიერ თემაზე, აი თუ უნდა, არ ვიცი, რეციტატივია, რეპია, ეგრევე შეუძლია თავში მოუვიდეს სიტყვები და გააგრძელოს. ყველაფერი გაიგე, რეპ, ფრისტაილ, да? ოპერა. Стоп. ოპერის შესახებ. Просто взять сейчас про оперу зачитать вот так. Нет, отлично, вот так идем по Руставели гуляем, и он мне тут вдруг ни с того ни с сего заявляет. А давай сейчас про оперу зачитай фристайл. Ты вообще хоть раз слышал мой стайл? Я тебе что скажу про оперу? Я туда не хожу, я оперой не занимаюсь, я даже в душе не пою. Но сейчас он меня сходу попросил зачитать. Конечно, придется Грузию и Тбилиси уважить, да. Но в опере я в этой конкретно никогда не был. Она работает? Вот это дело. Если есть знакомые, сделайте два билета. Я приду, посмотрю оперу смело. Тогда можно уже сходу будет зачитывать про нее. А так что я скажу? Просто ё-моё! Гия, ици туарарум диди Гия Пейрадзе, мамашини, савлубда ак. Театриса да кино сахалтипо университетч. Вот здесь, да? Да. Просто все, это все просто.
больше ничего не буду. Это театральный институт. Я сам актер, сам учился в театральном. Вина вар ме, ратом вар, листвис вар. Ченц дахтанчо, идев цодвас, цодва ме умато. Могвиқеви шеним шоблебис история, рогур гаицнес эртманети. Театр Шота Руставели приехал на гастроли в Сибирь, в город Красноярск. 10 дней были гастроли, и театр Шота Руставели уехал. А ну сейчас только Красноярск, сюда и Красноярск, Сибирь, да. И театр Шота Руставели в 84 году приехал, было 10 дней и уехал. И в 85 году я появился. Мама стан сицоцхлешит хуконья кавшири. Я отца вживую никогда не видел. Один раз с ним разговаривал по телефону в 92 году, мне было 7 лет. Гия, привет, как дела? Нормально. Как учишься? Нормально. Учись хорошо, будет тебе 21 год, я приеду, куплю тебе красную спортивную гоночную машину. И я только недавно расшифровал, в чем его были слова, что я не переживал по поводу того, что он не приехал, или еще что-то, связь потерялась, потом все, мы не могли найтись. Чуть позже узнали уже, что там, в 95 году он ушел из жизни. Но я в 25 лет встретился со всей родней, со всем, с кровью, с родиной, и со всеми братьями, сестрами, дядей и так далее. И я понял, что это метафора была, что красная спортивная гоночная машина – это моя кровь. Ма уровлос мида утхра, метрос, ватчуэс, амудени метлистин, гиас цорет миси дисо джахши, марикуна микатазестан гавицанда, пирвели ве шехведра инденат эмоциури, ихо, заан бевичрилши, джесети рогор ухуарте этменти, да свасак итхиро, киде ахали адамьян из агмочена, амдени ничит, амдени талантит, да. Ძალიან დასაფასებელია ნამდვილად. Შენთვის უცნობი, მაგრამ ამავდროულად კარგად ნაცნობი мама Гия Ферадзе როგორია შენს წარმოსახვაში? Он живой, он настоящий, он лучший и единственный. Я другого себе даже представить не могу. Я просто мне как-то недавно разговаривал, я говорю, я бы не хотел другого отца. Просто понимая еще то, что впереди еще сколько всего будет, что его память возродится. Дядя Илико Пирадзе это делает. Много книг написано про него. Он организовывает творческие встречи, вечера, и стихи его издает и так далее, и так далее. Но для меня он любимый, единственный и лучший. И все. Айхалогис Мендес. Расет Одимас. Я бы его обнял крепко и сказал бы, пойдем выпьем, папа. Вот просто сесть и есть о чем поговорить. Родиста Рогур Гаицани, Гия Ферадзе Рогур Цмсахиоби. А это как-то с детства было, мама так рассказывала всегда, потому что у меня есть фотография, я вот такой маленький, там, кудрявый, на фотографию смотрю и говорю, ну когда уже этот Гия из своих Парижей вернется? Там фотка, он в белом такой сидит с сигаретой. Мама рассказывала, что он актер, что он уехал, что пропал. Мама ничего не придумывала, рассказывала все как есть. И именно, а наверное, уже такое осознание чуть позже пришло, наверное, уже даже в театральном институте, когда я учился. Уже сам начал познавать эту профессию в теории. Вот именно там, когда я уже стал смотреть его фильмы по-другому. И вот тогда уже совсем другое восприятие было. Отхи дадзмани харт гиасшуи леби. Саинтересуа, рогори коммуникация гаукт, рогори эмоции гаукт, раз узиарепт эртманец, мамастан дакавширепт, залин саинтересуа. Мы впервые все четверо детей собрались за одним столом благодаря моему приезду. Они втроем, тут сложные какие-то схемы, никто, ну, не общаются, они разговаривают. Есть какие-то свои внутренние обиды, недопонимания, еще что-то. Это нормальная абсолютная история, которую, как и на меня, возложена миссия, как дядя сказал, ты должен всех соединить, всех собрать, и все. Ты младший, так что с тебя спрос. Ну, шуткой, но в любом случае. И я это сам чувствую, осознаю и понимаю, что мы впервые все за столом собрались, вот вчетвером, когда я приехал. А дальше вот мы с Марикуной, допустим, не видели никогда папу. И в один момент, когда мы просто ехали вместе с ней с кладбища, просто держались за руки и плакали, и я понял, что мы настолько важны друг для друга, то, что мы так встретились. И это мы основная друг для друга поддержки. Я для нее папа, она для меня как мама, ну, утрируя именно, если переводить это на сторону
Грузии, всей той ситуации, которая произошла, которую я сейчас не затрагиваю. Но внутри момент это то, что мы друг друга поддерживаем. И в любой ситуации она говорит, мне нужна эта поддержка, приезжай. Я нахожу время, приезжаю просто побыть рядом с ней. Все. С Бедзиной мы общаемся в меньшей степени, вот с Софико тоже в меньшей степени. Ну, потому что мы с ней, год разницы у нас с Марикон. И мы, у нас интересов больше общих с ними. Мы встречаемся, каждый приезд стараюсь и туда зайти, повидаться, пообщаться. Но тоже не всегда получается. Баушистус Румелиц Гайзарда Умамод. Ასე დროს ხშირად აქვთ ხოლმე რაღაცა წენა მშობლის მიმართ. აი მამაზე თუ ყოფილხარ გაბრაზებული? Нет, там был другой момент, когда здесь мы приехали первый раз, когда в Грузию, все за каждым застольем все поднимали тост и говорили: Ирина, спасибо за то, что вы воспитали такую любовь к отцу, то, что он так любит, что вообще воспитали, и еще и так с таким уважением, с такой любовью. Это первый был момент. Возможно, когда я начал с этими моментами прорабатывать, и там был где-то момент, в который зарыт был в подсознании ребенком, что как так и почему. Но всегда было: вот мой папа, вот у меня папа, актер, у меня папа, это всегда какой-то был. Вот. Ну, у меня так, я даже не понимаю. Потом какие-то были моменты где-то лирические такие, что ну да, а интересно, как это, когда отец держит за руку, когда ты сидишь у отца на плечах, когда отец тебя обнимает, это интересно. Но это такие моменты, если мне это не надо, значит, ну, для чего-то так случилось, если мне этого не было. Но у меня есть он другой, он настолько затмил все, как бы, и я есть он есть я. Для многих сейчас это просто все при встрече плачут и говорят: наш Гия вернулся, наш Гия пришел. Поэтому даже и в мыслях не было никогда, что типа... Почему? Как? Вот так. Мадлова гуинда гитхрат шесанишнави диалогиствис та мейме димакрок и дева араэртхла шевхтавида эхла расапирет. Вам спасибо большое. Я надеюсь, верю, что мы будем часто встречаться, но сейчас уже просто я пойду, надеюсь, уже без камер, потому что, ну, есть свои дела уже. Просто байме пичуна. ცები გამახსენებთ. თქვენ ჩემზე ნუ იფიქრებთ. თქვენ ოჯახში კარგად ბრძანდებოდეთ. მე ჩემთან ყოველთვის გავედა. სულ კარგად იყავით. აა